Во, вроде пошло. Всем привет. С вами Сильвер Сворд, как обычно. Начинаю я, точнее, продолжаю проходить Анепик. Я в очередной раз прохожу его, никак его не добью. Ой, попробую сегодня хоть приблизить еще на несколько часов к этому концу. Вот, так что... Сегодня долго в Анепик буду играть. Сегодня я постараюсь много пройти. Поэтому я хочу пройти его сегодня много. Вот, пожертвую Зельдой. Зельды сегодня не будет. Кто ждет Зельду? Ошибочно ждет. Ау! У нее жизнь опять тает. Иногда народу реально скучно смотреть на Анепик. О, спасибо за инсенсию, чувак. Здесь довольно мрачно. Да очень страшно. Мрачно это место вряд ли назовешь, когда я его особенно светил. Уже три кусочка. Мне еще пять надо собрать. Уйдет. А у меня льда нет. Опять забыл лед. Блин. Ну, вот я лед забыл. Пойду за льдом. Лол. Ой. Ай, зачем мне этот гребаный инстинкт? Ага, все. Идем назад на базу. На родину. Этого места мне хватит. Сумочка — это шикарная вещь. Теперь у меня очень много места в инвентаре. Рад, кстати, а инвентарь, по-моему, можно как-то еще раскладывать. Геймплей. Посмотрю, подождите. Что я сделал? Я удалил quantities. Зачем? Странно. Эй! Блин. Что я сделал? Ладно. Идем отсюда. Я какую-то ерунду сделал. Эй! Не бей моего пушистика. Пушистика. Так. Народ, привет. Привет, добрые люди. Ау! Задел. Ты. Страшно уже, когда идешь. Привет, Рассел.
Теперь у меня есть мои подписчики. Так. Ау! Нет, только не слипские руки! Нет! Скрипские. Скрипские руки. Идем дальше. Ау. Мне оружие-то не надо. У меня есть ледышка. Долблю, долблю, они не долбятся. Лол. Вот так и играем. Двуны пик. Жалко, народа мало. Добрый вечер, Сильвер Сварт. Привет всем. Привет тебе. Ага. Это вот как раз художник, которому мне надо квест выполнить. Идем дальше. Стой! Стой, говорю! Всем такуешь. Ну все, мне же нет. Ну ладно. Не умру. Так. Ой, дышки. Да просто ноги так приходят домой. Может быть. Привет, Вольф. Привет, привет, привет. Привет, привет, привет. Всем привет, привет. Привет, 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 привет. I wonder if in your world there is someone as powerful as you. Man, of course there is. In my world there's a man that's known to be the most powerful in the world. He can do what others cannot. A human? Да, перевод у меня ужасный, народ. He is not a common human. Чак Норрис. Ой. Сам могущественный человек в мире. Laugh if you want, but Chuck Norris is stronger than a thousand men. It's said that he counted to infinity. Also, when he goes to donate что может Чак Норрис. You know what else? He once ate an entire cake before his friends could tell him that there was a stripper inside. And he's the only man that finished the whole game. Рассказал несколько удивительных фактов о Чаке Норрисе. Так. Кто-нибудь играл в эту игру? Из вас. Если кто, у кого она на компушке... Да, Wii U, приставка с монитором на джойстике. Точно. Да-да-да, она самая. А если кто играл, я с удовольствием бы с вами поиграл в мультиплеер, потому что мультиплеер для меня это неизведанная вещь. Я очень хочу мультиплеер напарник найти. Чтобы... играть. Да, но мультиплеер на Wii нету, он есть только на ПК. На Wii вот. Только сингл. Там босс. Мы не пойдем к боссу? Мы не пойдем к боссу, да? Мы сейчас исследуем весь замок. Ой, ну,
А босс еще рано мочить. Мочи, босса, мочи. Я ее только начинал. Ну давай начнем мультиплеер. Там. Там покруче. Кто быстрее называет. Ну что, я их уже на раз-два распевываю. Я думал, так сложно. Когда я на компе вообще играл, это вообще было нечто для меня. Я играл не на среднем. Сейчас я играю на харде. Это жесть. Вот. Ой. Ой, а там шут гороховый. Блин, там шут гороховый. Его трудно заметить, но он есть. У меня оружия нет. Эта штука, короче, вот этот вот. Ой. Вот этот. Он превращает мое оружие в игрушечное. Пока руки не дошли на полное прохождение. Вопрос. Стримишь только на Twitch? Да, стримлю только на Twitch. Очень редко на YouTube. Все. Вот. Я думаю пойти на ST2 TV, но пока... Пока немного сыкотно, особенно как Ник мне сказал, что там творится. Ой. Пардон. Авк на минуту, окей. Ау! Я горю! Умри! Умри, нечистая сила! Если что, это при последней локации игры уже. То есть я уже заканчиваю, по сути, прохождение. Я сегодня хочу закончить, но вряд ли получится. Я уже, наверное, всех задолбал анепиком, у меня уже там очень много стримов получилось по анепику, я вообще не рассчитывал на такое количество. Я же всех задолбал, короче. А, сколько мышей! Ад какой-то. Мышиный ад! Не, ну, мыши. Мыши ад. Альберт. Тоже здорово. Вот, я пока не знаю, куда мне податься. Там, на СТ2 ТВ, я думаю. Вот, я уже говорил. Так, пойдем наверх. О, а тут дверка. О, народ, о, народ, о, народ. Это прикольная вещь. Я боюсь, только не справлюсь. Ты что тут боец? Это очень тупая локация. Они мало жизни отнимают, но если попадешь в лаву, тебе кружка. Ну блин, она не попала. Это нечестно. А СК2 бояться не стоит, ну посмотрим. Опять какие-нибудь начнутся споры. Так. Ау! Твою же! Я так много пропустил. Блин. Так, ладно. Ё-моё, все заново, все, что я делал, все заново, все заново, все заново. Ёлы-палы, ёлы-палы. Почему я не сохранился? Почему я не сохранился-то? Ё-моё! Почему? Ох, ладно, пойду. Заново делать. Отец! Ой. Ладно, уже ничего не поправишь. Жизнь не закончена. Придется заново начинать.
Уф, зато здесь я нам повезло. Не люблю этих слизняков, они у меня оружие топчут. А, нет! Все. Ну вот как мне их теперь убивать? Все, без оружия я какашка. Так. Без оружашки я какашка. Так, сейчас. А коржик где? А коржик? Коржик? Я не знаю где. Где это? Коржик где это? Все время что ли вам коржика подавай? Вот. Так что без коржика тут совет настроить стрим на Good Game. Или транслировать Twitch. Ну это понятно. Стрим через ABS. Я что, ваше? Извращенец какой-то? Опять это начинается. Вы смотрите, все то же самое, дубль два. Все из-за того, что я затупил. На 6000 зеленых гадов. Нет! 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 Я настрою стримы через трансляции, но блин, там чатики вроде свои. А я не хочу чатиков кучу открывать, вот, знаете? Очень тупо. Вот, насчет чатиков. Как мне повезло, а? Да меч. Эй. Идем отсюда. Ну вот опять это освещать. Видите, народ, как все печально. Народ, в ближайшее время игр по Wii U не будет. Хоть там я посмотрел, как нюк меня осветил, да? Что я тут на Wii U играю. Я не только на Wii U играю. И... И особо у меня не будет такого. Потому что у меня нет денег на игры пока. А, тур ретро чат. И все чаты в одном окне. Плюс видно, кто с какого пишет. Вот этого я не знал. Так, это мы уже читали? Про Чака Норриса. Так или иначе, это ерунда. Это уже это. Это называется. Называется костыли. Так, сейчас я точно сохранюсь, я уже не могу. Какие будут? На Wii U мы у него посмотрим. PlayStation 3 игры будут. Вот, четвертую возьму где-нибудь. Через годик два. Если еще доживу, да, это. Да. Куда деваться-то? Вот. Ну, пика тоже будут. Evolve скоро вот будет. Буду играть в Evolve. А через... На следующий день проект Гарри Поттер буду. Буду Гарри Поттер всех стримить. Кто хочет смотреть, приходите.
Просто введет название в гугле, перейдут, понятно это все. Я не похож на идиота настолько. Что ты сделал? Вот что ты сделал, доктор? Какой платформа? ПК. Вот я думаю, первые три играть на PS2 или как, но все-таки говорят, что лучше на ПК. Так что буду на ПК. Будет ПК. Ну не обижайтесь, я надеюсь. Ой. Вам понравится. Что-нибудь буду говорить интересненькое про Поттера. Посмотрим. Ну, я не знаю, там, ну, конечно, вселенная знакомая. Если бы я не любил вселенную, я бы за это не брался. Мне первые два Поттера порадовали с PS1. А, с PS1 Поттеры тоже там какие-то свои. Блин, как я мог не зажечь этот факел, а? Теперь мне надо бегать ради того, чтобы зажечь этот факел. Я стараюсь описывать наиболее детально, так как вас еще не знаю, хочу избавить всех возможных моментов недопонимания. Окей. А, да, здесь я уже был. Я уже забыл, куда я... Где я был, где я был. Давай. Нужно реже. Так. Умри, красный монстр! Ну это не монстр, это... Всадники. Ой, рыцари. Всадники, рыцари, а какая разница? У меня через полтора часа будем играть в Лукарока. На PSP, которые попросили меня зрители. Буду играть в Лукарока. Ой. Ой, быстрее громить. Угу. А если я... Да-да, если я пришел от Нюка... Что не значит, что это Nintendo фанат. Значит, ну это значит одно. Или ты фанат Нюка, или ты фанат Nintendo. Нет, ну я не знаю. Это так. Прелюдия. Вот, я не люблю Xbox. Сразу говорю, то есть на Xbox ничего не будет. Даже не мечтайте. На ПК еще может быть. Что-нибудь да будет. А. Так. И где у меня чего-то? Что-то я не знаю, что мне тут сказать. По этому поводу. Слишком много мышей. Опять мы в мышиное царство попали, ну. Уже по второму кругу. Зато. Теперь я буду осторожнее. Кыш. Кыш, летучая мышь. Ух. Я не хочу в это ретро-место. Давайте отсюда лететь нафиг. Мне уже страшно. Ау. Мне нравится Нюк, как стримит, Нюк, как стримит. А так, больше люблю Sony. Люблю. Хотя у меня есть Xbox 360, но... Я всегда с Sony сидел. Я начинал с PSP. Да, я... Приставок у меня до PSP еще не было никогда. А потом уже...
Появилась PlayStation 3. Там у друга увидел я. Если бы у друга не было PS3, я бы, может, Xbox купил. Неизвестно, как бы жизнь сложилась. А, так стоп, народ. 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 Вы не поверите, но я уже почти осветил все палаты. Мне осталось только найти кусочки. Сколько мне осталось кусочков найти? Еще три кусочка. И уже возьму магию, уже буду убивать следующего босса. Довольно быстро. Я не думал, что так быстро справлюсь. Я думал, я еще долго тут возиться буду. Вот. Началось плюс один. Ну, понятно, наверное, много людей. Я вчера посмотрел, как Ханюк меня презентовал. Так забавно. И даже свой паблик отправил, это все дело. Да, паблик, не забывайте подписываться, потому что я там пишу все буквально. Ой-ё. Ау-ау. Ау. Вуф-вуф-вуф. Что я говорю? Если я купил PS3 и объявили выход PS4. О, тебе не повезло. У меня PlayStation 3 уже 4 года. 4 года ей. Вот там 4 года тоже жизнь. Я начинал. Первая моя игра это Wipeout HD. Вот это вообще нечто. Я обожаю Wipeout. Серию Wipeout я просто обожаю. Если выйдет новая часть серии Wipeout на PlayStation 4, естественно, я куплю PS4 без всяких сомнений. Вот это чтобы вы знали. Ну, естественно, я выбил платину, а выбил ее, кстати, совсем недавно. Вот. Я не так ворчу по поводу ачивов. Хотя не знаю, вот. Я все-таки ачивки собираю, но редко. А вот норм. На PS3 сейчас игр больше, да. Да, так что ничего страшного. Ничего страшного, да. Все норм. Вот я поэтому не хочу брать PS4 сейчас. Ау. Ау. Как ты его не убьешь? Не тронь! Блин. Я ей другу на ДР подарил. Подумал я. Так, а что я тут забыл? Сейчас. Все, я осветил все палаты. Ура! Лоу. Ну, окей. Леха-муха. Ох, ёлы-палы. Он урон не наносит, но... Есть кое-что более... О, страшно. Если бы вы видели, как это легко я тут сделал... PSP у меня тоже лежит. Писал для эмуляторов. Вот не знаю, почему сейчас ее, в принципе, только для эмуляторов и надо использовать. Но есть хорошие игры на PSP. Сегодня я как раз одну из них продемонстрирую. Это игра Лакарока. Я в Лакарока очень много играл. О, начинал я, когда еще даже купил ее. Купил я ее в далеком 2008 году, по-моему, да? Там. Тоже интересная история была. Вот. Ой, Анюк только что... Ну и не только что, я не знаю, начал стримить. Сейчас от меня уйдете, я знаю. И никто не останется. Все, я останусь один. Так, вот.
У него сейчас такая лиска, что ли, да? Ну ладно. Что мы делать-то будем сейчас? Ага. Ну ладно. Здесь вообще скучно. Я думал, здесь поинтереснее будет наверху. А тут даже кусочки не нашел. Я не найду, где кусочки-то. У меня осталось еще два кусочка. Ой. Это зум такой. В самой игре. Если что. Вот. А я на нее любимые игры с плюс один. А. Тоже вариант. Ой, а я уже вернулся сначала. Лол. Нюк, да, сейчас Алиска добивает. Да я знаю. Что она сейчас Алиска добивает. На стриме два монитора. Ух ты, как же это же круто. Там я не двоюсь с ним. Сейчас двоиться начну. Эй! Мерзкие зеленые гады! Должны умереть! Я спрашиваю, это компа. Ну. Блин. Нам придется так сделать. Ей! Ой! Ой! Призрачный материал. Ох, какой же это кошмар, народ. Это же нечто просто. Вот, тут, в принципе, уже долго я. Много прошел. Я уже говорю. Почти конец игры. Вот, у меня еще Карину сейчас стримлю. Ну, играет и с ним. Так что, если хотите, можете и приходить на Зельду. Но сегодня я не буду. Сегодня я буду по Эпику нагружен. Полностью. Так это надолго. Ой. А, вон еще сундук. О, давай. Стреляй. Стреляй. Ну. Вот. Сейчас начнем. Сейчас начнем стрелять. Тыры-тыры-тыры-тыры. Тыры-тыры-ты. Давай, 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 давай. Да, кстати, а почему Нюк тогда не использует эту программу? Я у него вижу два чатика. Ага, вон еще сундук. Все, нашлись. Пропажа нашлась. Что за? О, лол. А, стой! Стой, говорю! Вася, ему так удобно. А, ну.
Он что ж не знает? Ну вы же ему точно говорили. Мне же не верю, что вы ему не могли сказать. Ну и в лес. Давайте мы пошлем в лес. Я пойду дальше. Ой. Тоже в лес. Они мало урон наносят. А эти вообще ничего не наносят. Хотя это особенно осмысленно. Эй, давайте вернемся. Фу. Я понял, для про чатики. 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 Фух, прошел. Ну почти прошел, надо босса убить. Давайте убьем босса. Он хороший. Он хороший. А мне надо кубиком. Получить еще какую-то магию. Я не помню, что за магия там. Сейчас. Сейчас посмотрим. Где, где, где? Во, кубик. Ну, близко. Благо. Не то, что там до того топать. Магия протекшн. Ну, защита. Если кто не знает, да? Английский. Если я сам его толком не знаю. Да. Смотрите, сколько у меня спеллов, теперь у меня еще есть защита. Защита. Слой. Ну, блин, это неинтересно. Это неинтересно. Глазуйте вопросики, мне очень интересно. Какое же время для вас самое удобное? Вот. Ну что делать-то будем? Блин, я не помню, что такое Divine Favor. А, все, вспомнил. Я увидел, что у меня этих свет. Давайте я возьму Экскальбур. Меч шикарный, но для него нужна прокачка, правда, что. Но меч шикарный, народ. Но этим мечом я пользоваться пока не могу. И этим ты трудом пользуюсь. Тоже хороший. Вообще в игре прокачка хорошая. Ее много просто. Ой. Пошел за чаем. Блин, я уже чай попил. Чаек там хороший. Ждем, как слипские руки пройдут. А то оружие опять выпадать начнет. Синим эссенций тут полно. Она запрятана в эти шарики. Вот. Сейчас возьму карточку, возьму еще кучу. Ё-моё. Поменяем же его магию. Да сошпиняем их магией. Сейчас вы еще Мерлина увидите. В игре много сюрпризов увидите. Мерлин он добрый. Ну, мы все знаем, что Мерлин добрый. А это бегает Артур Пендрагон. Так, все. Ой, куда? Вот, по-моему, здесь. Ага, здесь картина. Так. Вау! Повезло-то как. Так, теперь идем. Самое мрачное место этого подземелья. У-у-у-у.
Вот, эссенсии, блин, надо тоже нарвать. Ну ладно, придется топать. Ее нельзя купить. Вы знаете, как обидно? Что некоторые вещи нельзя купить. Их можно только получить. Ой, тут нет нифига. Тут нифига нету. А вот тут, наверное, есть. Смотрите, какой-то ад. Мне надо переключиться. На светлого духа. И мне надо Divine Favor. У меня 98 уже. Они не могут убивать духа, потому что он светлый. Они гадят все. Точнее, потому что они скелеты. Они нифига не могут. Не могу. Не могу. Не могу. Эй! Вот так-то. Блин, тут больше нет скелетов. Окей. Ну чё, пойдем добывать меч? Я подписку продлевал. Отходил. Ну, у кого-то есть подписка, да, конечно. Чё там? Чё там говорит? Синие вообще хуже некуда. Их ничем не пробить, нормально. Их лучше огнем жечь, болзером. В огнем болзера. Ой! Я не помню, а? Я не помню, где он. Меч Экскалибур. У него закончилась подписка. Да понял я. А. Или у него закончен слов. Еще лучше. Да сколько же эссенсий-то на них профукала, а надо? Нереальное количество. Они меня сейчас заклеют. Эй, ну все, слипские руки. Блин. Блин, что делать? Нет. Все, я сейчас умру. От горя умру. Так, что у меня нет оружия. Зачем мне оружие, народ? Если все равно их маги пуляют. Бежим. А, да, сюда. Бежим. Во, смотрите, сейчас что будет. Мерлин. Мерлин. Фантастик. Артур, Пендрагон. Адрес. Камелон, да. Well, lad, you should know the zip code. M.
ML. ML, магическая почта. Адрес магической почты. Arthur@camelot.org. Да, вы хотите получать информацию бесплатно о легендарных оружиях? Ура! Эскалибур! Народ, я извлек его. Нереально. О, он мне доступен. Это самый крутой меч в игре. Ура! Не, он мой. Поздравьте. Теперь можешь смело топать отсюда. Испытывать меч. В бою. О, мне скоро будет уже 14 уровень. Я пойду в кухоньку. Ой, сколько у меня зеленый. Блин, у меня целых 450 штук. Блин, я не заметил даже. Так, мне надо... Такие классные мечи у меня, народ. Я вообще в шоке. Что у меня за мечи-то? Так, ну, мне надо продать камушки. Ух, сколько у меня денег? 3200. 3200, наверное. Куда мне эти деньги девать? В этой игре их девать особо некуда. Это безумие какое-то. Че, пойдем босса убивать, что ли? Я думаю, уже пора. Сейчас посмотрим меч, как он. Хорошо работает. Вау. 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 Смотрите, какие циферки. А, у меня... Типские руки. Блин, ну все. Я мечом не попользуюсь. Вообще, это какая печалька. Ну, хотите Боузера устроить сейчас? Вау. Вот Боузер. Вот вам Боузер. Так, идем отсюда. О, народ. О, народ. Сейчас начнется. Invoker. Hey Zero, what can you tell me of this critter? Here dwells Mediox. His power is so intense. Да, это как медуза, знаете, Гаргону. Она, от нее надо отворачиваться. У нее куча змей на голове. Откуда ты знаешь, да? He must be the brother of Medusa. Должен быть брат Медузы. Серсей. Отделить голову от тела. Медиокса нет у тела. Только башка. Да, слышишь, тупой человек, слышишь? Его сила в его глазу. Должен сбегать с взгляда. Ты будешь сохранен. Ну, это очевидно. Уже какая-то тактика подсказана мне. Если чё, его змеи быстро травят. И Горлин 78. Добро пожаловать в нашу скромную компанию. Так, ну чё, давайте бочить. Мне правда страшно, очень страшно. Чем мочить, я не знаю. Ну ладно, поехали. Как раз, ты прям вот вовремя. Мы сейчас босса будем убивать. Это будет ужасно. Это яд. Нужен нейтрализатор яда. Мне змейки больше убивают, нежели чем что-то еще. Меня сейчас убьет! Меня сейчас убьет! Я даже урона не нанес! Е-мое! Все, я сдох. О, лол. Кучка такая. Блин, ну вот печалька.
Вот печалька. Я по-другому это не назову. Это печалька. Как его убивать, я не знаю. Это скрипские руки. Не хочу я их. Нет! Экскалибур потерял. Вот. Я не смогу убить этого босса. Слишком сложно. Но мне меч-то не нужен. Так что? Так что? Что делать-то? Как убивать медузу, а? Как ее убить? Как ее убить? Как? Давайте думать, как ее убить. Я не знаю, как ее убить. Боузером? Ладно, у меня как раз... кончилось действие этого гадости. Это гадость. Попробуем Боузером, как он не дотянется. Боузер! Стойте вы, Агуар! Велком, блин! Велком! Ты головы? Ау! Навсегда потерял? Кого навсегда потерял? Меч? Нет. Я не помню тактику убийства медузы. Это реально беда. Блин, вот этот яд. Это безумие. Безумие. Это... Давайте еще раз пойдем. Мне что-то уже страшно стало. Сейчас я кое-что гляну. Все нормально. Let's go. Тут Нюк сказал про тебя, вот я и пришел и ушел. А, ты. Вот я пришел и ушел. Ой, я не туда зашел. Черт. Ну вот, народ. Что делать-то? Гор один. Ну чё, еще раз? Правда, я же думаю, что ничего не получится. Как же его убить? Может, мне Вики подскажет? Вики, давай подсказывай мне. Так. А через час у нас будет Лукарока. Сейчас, так, где тут у меня? А, ну да. Мне Вики сейчас все подскажет. Ну, я не хочу в Вики заглядывать, ну, чё-то я уже... Ты... Палатики. Я не помню тактику босса, может, подскажете, как быть с ним? Я вот не помню, не знаю. Змеи... Блин, нету тактики. Тактики нету. Пробуй пытайся, страдай и мучайся. Будем пытаться страдать и мучиться. А тактики-то нету. Давайте думать тогда.
Чем же убить-то лучше этих змеек? Аркан иммунити? От всех арканских атак. Да ну, одни тут. А, стоп. Хилинг. Ментальный аркан. Да нафиг мне этот аркан? Нет, мне надо хилинг, а хилинг. Давайте думать, я думаю пока. Пазовая дверь. Пазовая дверь надо мне использовать в одном квесте, кстати. Элиминейшн у меня тоже есть, оказывается. Сейчас подумаю, что делать. Стрелы аркановские, не нужны. Ну чё, чё будем делать? Это же страшно. Ладно. Страдаем и мучаемся. Даже если мой огонек умрет, Хладок. Ау! Ау! Черт, не успел. Не. Я не успел. Красивая статуэтка. Блин, я стал статуэткой. Так, ладно. Сейчас подумаю, что делать еще. Опять эти звуки. Скрипские руки. Скрипские. Эй, так. В МСК продают суперлыжи Браузерс. На Авито. 300 рублей. 700 рублей. Москве. Москве. Опять же, ты не забывай, что я не москвич. Блин. Это раз. А два, я куплю дополнение на сторе. Я хочу не коробочку, потому что игра недостойна коробки. Игра недостойна коробки. Все не по сердцу вешь. Какому сердцу? Мне змеек надо убить, потому что они наносят яд. Вот в чем дело. Раз. Сейчас я подумаю. Боллмастере. Два. Вау, 316. А собственно, куда нам спешить? Нам некуда спешить. Нет! Все, я умер. Глава-то сдохла уже одна, ничего себе. Ну ладно, зверек умер. О!
Я сосредоточен. Слишком. Нет! Все, я сдох. Я сдох. Причем от вас, лол. Электронику, фу, а как же громкий привод, без него уже играть не хочется. Народ, я не знаю, как убить этого босса нормально. Зверек мне ничем не поможет. Маломастере тоже. Надо просто убивать. Просто брать и убивать магией. Больше мне ничего не поможет. А можно прокачаться до последнего уровня, только толком мне это мало даст. Оу. Оу. Все плывут на стриме с севера. Так. Ой. Ох, лол. Лол, лол. Лол. Так это я случайно. Ох, лол. Да, бывает. Нечего сказать. Медекс, Гаргулью зовут. Мне гасить так зовут помощника. Так, надо поаккуратнее падать. А то опять умру. Я выпил зелье. Ой. И понеслась. А. Ну умри уже, голова. Несчастная голова. Нет! Еще одна. А. Умерла, кстати, голова. Ау! Чуть-чуть! Играл в Скриблнауце? Да, играл. Не понравилось. А, нет, Скриблнауце? Нет. Толком не играл. По-моему, какая-то была... фигня. У меня. Вот, чуть-чуть поиграл, ну, как-то так. А, на DS я пробовал. По-моему. Ну, так. Поиграл минут 5 и все. Может, я просто мало играл. Трать магию. Лол. Ладно, не важно. Вместо 26 ударов. Я думаю, хватит. Ну, сталактиты есть. Я забыл про сталактиты. Ё-моё, как я мог? Так, сейчас я выключу. А, английский не знаешь? Мало.
Зато урон так и хороший. Да, чё-то сегодня новые маги не пробовал на этой фигне? Какие новые? А. Так, ты гений? You're genius? Блин! Я знаю, что надо использовать. Народ, я знаю, что надо использовать. Я накапливаю это, да, к сожалению. До 6. 6 ячеек заполнится, но там уже нереально жить просто. Ты гений, ты гений. Я знаю, что надо использовать против них. Это надо против них использовать. Ментальную магию. Ух, я идиот. Надо ее навесить вот сюда. Давайте я сохранюсь, чтобы мне было удобнее. Вот, короче. Эта ментальная магия мне поможет вот в чем. Смотрите сами. Буду говорить, смотрите сами, чтобы это не падать. Народ, что-нибудь пишите в чатик, мне очень скучно. Ау. Не кусайте меня. Так, и чё? Чё у нас? А, ну да, смотрите. Просто смотрите, наблюдайте, как все прекрасно работает, наверное. Нет! Не работает эта магия! Твою же, а! Ничего не работает. Блин, менталка не пашет на них. Ну все, мне конец. Если бы менталка на них пахала бы... Ох. К сожалению, нет. Пока я целюсь. Опять. Да! Ни одной жизни не унес. А если я убью змеек, то все, мне жизнь. Нет, все, я сдох. Все, я сдох, наверное. Ё-моё. В один раз попадет яд, и все, мне конец. План не сработал, уже все пропало. Скользкие руки, кстати, на зажигалку не действует, это лол. Хм. А эта штука меня сейчас лечить начнет.
лечит. Все, за денег. Все, смотрите, растение мое сбили уже. Самый сложный босс в игре. Это этот. Я с ним долго пыхтел, народ, если что. Очень долго. Сами понимаете почему. Ау! Все, народ, я сдох. Здесь почти не достает. Кстати, кактус. Да пофиг на этот кактус. Мне жизнь важнее. Все, я сдох. Да. Мне жизнь важнее. Ну все. Что делать-то теперь? Что делать? Магия совсем бесполезна против змеек. Что делать? Что делать? Эй. Мы убьем босса и уже будем играть в Лукарок. А то никогда еще не пойдет дело. Да, кстати, с юбилеем. 70 подписчиков. Маленький такой. Десяточек набрался. Так, что еще делать? Я думаю, как поступить. Без животных, естественно, буду делать все. Они бессмысленны. Неизвестный ключ. Он исчез у меня. Куда он делся-то? У меня был известный ключ. Куда ты делся? Блин. Ну вот. Я не знаю, что использовать, чтобы его убить. Это не помогает. Этот лук лучше. Если использовать лук, то лучше этот. Так. Так, что еще? А, стрейндж мне надо. Выпьем. Все. Можно начинать. Вах. Вах. Ой, а лук-то? Ой. Блин. Все, я сдох. Ау!
Мы убьем босса. Я смотрю, ты оптимист. Я помню, даже, по-моему, гуглил, как его лучше убить эффективно. И это нереально просто, потому что... Я могу прокачать всю характеристику на огонь в следующем уровне. Могу... Кстати, можно перекачать меня, но это, блин, слишком дорого. Мне и так один шанс на это. Чтобы полностью себя перекачать, нормально. То на Unpoint я не собираюсь этого делать. Неужели нет слов? Если я перераспределю все? Вспоминаю один фильм. Выдернуть вилку из розетки, там помогло. Лол. Точно. Не помню, правда, какой фильм, но я помню. Да. Что-то было такое. Так, ладно. Идем. Я уже нет слов. Valkyria Chronicles выйдет на ПК, народ. Это кому интересно. Мне вот пофиг. А, слипские руки. Слипские. Так, ну чё? Добрые люди, чё делать? Добрые люди. Берем лук. А, народ, я вспомнил. По-моему, не так я его убивал. Нет, не так. Побеждать. Нужно... Нет, не помню. Я помню... Да, я гуглил. Я гуглил. Ну, наконец-то вниз спустился. Да что там внизу? Там внизу ничего. Щит, какой щит? Ты что несешь? Мы не в Зельду играем. Почему?
Твою же! Они немноговато урона наносят. Нет, сейчас загуглю, я не могу уже. Я гуглил, я вам говорю. Потому что по-другому тут нереально. А как называется босс? Как убить кого? Воришку. Как убить воришку? Самый популярный запрос. Нет, как убить молоко. Как убить молоко? Я не знаю, как его убить. Что за молоко? Как его убить? Молоко нельзя убить. Оно может только скиснуть. Как убить червя? Нейрон, по-моему... Ой, народ, как называется тот босс? Я не помню. Вот этот. An invoker. Hey Zero, what can you tell me of this critter? Внимание, зеленый лазер убивает сразу же. Это я все знаю. Но он не финальный, я знаю. Он сложный. Остальные все простые. Глаз. Как убить глаз? Нейрон. Нейрон нет? А, нет, нейрон легко убить. Как его убить? То-то я уже видел, к тому же. Сейчас будем смотреть, как убить глаз. Нет, ну... Боссы. Мидекс. Мидекс его, господи. Кошмар. Медеокс. А не Мидекс, блин, Мидекс. Нифига себе, народ. Анпоинты можно получить за быстрое уничтожение этого босса. Что за фигня, как я это сделать? О, во. Добавить босс. Можно взять по отдельности. Можешь подняться повыше. Делаем для уничтожения заклинания огненный шар. Огненный шар, блин, точно! Народ, огненный шар. И вот как раз для этого шара я, по-моему, сбрасывал... У меня нет этого заклинания. Это плохо. Сделаем вот так. Можешь починить скелета. И зачем он мне? Заклинание. Ну это понятно. Они не уязвимы для яда. А-а-а, как живой щит расстрелять змей. Так как лучше из глаз, босс убивает их. Ничего себе. Народ, тактики, конечно, есть, но это так, такое. А вот с огненным шаром заклинание прям наносит. Позволяет убить змей с одного попадания. Самого босса прикончить заклинание легко. Во! Только не убивай змей. Не, мне не нужен ваш подвиг. Мне не нужны ваши грязные подвиги. Мне надо побыстрее найти и прикончить. Найти и прикончить. Ну ладно. Все. Именно так я убивал народ. Я вспомнил. Я на компьютере, когда играл. Я именно этот огненный шар использовал. Теперь его надо найти. Надо найти череду магию. Вот эту магию. Я помню, какая это была такая. Я ее искал, искал, не нашел. Так, давайте тогда меч возьму. Поехали отсюда. Геймсы. Сейчас поищем. Так, а где этот? Где можно купить импрофт?
Огненный шар, огненный шар, огненный шар. Он эпик. Не было вылазить по... Огненный шар. Огонь. Огонь! Народ, наверное, не уважает меня за то, что я не могу играть без Вики. Шар огня. Магазин в коллекторе. Его очень легко добыть. Магазин в коллекторе, значит. Поехали в коллектор. Я в шоке, почему я это не купил? Довольно странно, может. А, в садах, в коллекторе. Странно. Реально, почему я не купил эту книжку? Без фигни. Ведь у меня была спокойная возможность это сделать. Я идиот, короче. Ребятки, я полный идиот. Ох, я идиот. Идиот, 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 идиот. Напишите мне что-нибудь в чатик. Например, ты идиот. Эй! Напишите, что я идиот. Так. Вот. Fireball. Блин. Яиц требует всего лишь 5-й уровень. Почему я это не изучил, а вовремя? Это же шикарное заклинание. У меня их 46 штук. Хватит нам, народ? Я думаю, хватит. Если не хватит, так значит не хватит. Сейчас посмотрим, хватит или нет. Где оружие орка? Оружие орка. Оружие орка. Оружие орка. Оружие орка. Что за оружие орка? А! Ты про это что ли? Эдвард Курсет Блейд? Или вот про вот этот топорик? Мне давали орки, по-моему, оба. Ссылки в чате под запретом? Да, ссылки в чате под запретом. К сожалению, под запретом. Могу тебя... Надо, может, выключить ссылочки. Я не знаю, вот не люблю я, когда ссылочки привлекают. Ну, вот поэтому... А вдруг спам какой, да? Там какие-нибудь спамеры придут. Давайте попробуем. Эдвард, ну, у меня сейчас Экскалибур. Зачем мне Эдвард? Эдвард фигня. В сравнении с Экскалибуром, самым мощным оружием. Из мечей, да. Чё мне? Куда мне сдался? Посмотри на Экскалибур. Он огромный, крутой меч. Да, я под ним убивал. Народ, это не ищет заклинание. Ой! Ой-ё! О! Точно! Этим я и пользовался, народ. Все, я вспомнил. Это нереальный ворон. Все, змеек нет. Ура!
Вот и все, народ. Я этим и убивал, да. Нет! Не успел! Ну ладно. Ладно, не важно. Вот и все. Я сдох. Вот и все. Ну ладно, мы поняли, как убивать. Рак 80. Народ, вы все поняли. Блин, ну ты прям вот. Вот ни туда, ни туда. Фу. Так лучше. Нет! Нет! Да что ж такое-то? А ну нафиг. Я лучше сдохну и заново начну. Не хочу получать тирана от змеек. Вот. Вот и все. Вот и все, блин. Убил. Рак 81 уровня. Ты считал, сколько раз я умер? О, давайте посчитаем, какого уровня я рак. Где? Я... Сейчас найду. А где тут смерти-то? Неужели не считается? А, не считается смерти. Ну вот, смерти не считается. Печально. Все. Ой, пардон. Пардон. Это вообще реально? Сто восемьдесят пятого? PSP стримишь при помощи карты захвата? Зачем она нужна? Ремонт Joy Light. Все с этим легко. Вах. 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 Все, змеек нет. Ладно, одна есть. Это не смешно.
Блин, ну ты... Ну ты встала. Ну вот зачем ты тут сюда встала, а? Вот. Да. Вообще кошмар. Ох, сколько здесь надо урона то кошмар. Ну куда? Блин, у меня магия огня кончилась. Ну теперь это настоящий челлендж. Лол. Я не рассчитал. Эй, ну хватит. Зверушки. Цыц. Цыц, зверушки, цыц, цыц. О. Сколько тут зверушек? Это кошмар какой-то. Тихо ты, блядь. Так. Эй. Зверушки, не бейте меня. Ау. Все, я сдох. Потому что я неправильно сделал. Я не ожидал, что так много надо огня. Ладно. Придется еще закупать эссенсию. Давайте еще штук 500 купим. А привиденчиков есть чем-нибудь? Их только магическим уродом можно наносить. К большому сожалению. Говорят, советуют вообще сконцентрироваться на убийстве... этого, как его, на убийстве самого Глазика, так что... Ты слишком быстро, да? То есть я целый час убиваю босса, да, вроде? Вроде час, да? Блин, мне опять глазики перейдет. Ой, опять придется убивать этих гадов. Да что ж ты будешь делать? За дело. Ау.
блин. Ладно, похилимся пока. Благо, эту штуку вообще урона не наносит. Глаз. Ох, я не могу уже. Так, сейчас. Давай. Не, у меня просто эмоции, понимаете? Я уже... И что-то с Wii U было. Лол. У меня Wii U лагает? Бывает. Рисковать дальше я не буду. О-о-о. Мы же привидения не начались. У меня слов нет, понимаете? Надеюсь, да. Да, если они повернут в другую сторону. Ё-моё! Твою мать! Так, как это сделать? Да. Типский меч. Ладно, придется идти. Я не могу. Я столько убивал ее. Белый скилл растет. Ой, не говори. Кошмар. Кошмар. Что делать теперь, я не знаю. Как избегать призраков? Как их избегать? Ладно. Сейчас что-нибудь придумаем. Может, есть какой-нибудь импрувт? Не туда прицельно бежал. Хм.
Ну ладно. Народ, я сразу вам говорю, это самый сложный босс в игре, потому что больше сложнее нету. Напарники призываются, я не одноразовый. Они... Если один умрет, то его надо устанавливать через одну сферу. Сфера жизни. По-другому никак. Воу. Когда полетит много духов, пускайся внизу, пускай босс жжет красным лучом. Не все так просто. Он убивает их только в том случае, если они повернуты к нему. Вот в чем дело-то. Понимаете? Этих надо лупасить. А! Точно, ты гений, чувак. Уах! Блин! Блин! Твою мать, я сегодня убью босса, нет вообще? Потому что мне кажется, что я этого не смогу сделать. А, и так всем интересно наблюдать за тем, как я убиваю о великого ужасного босса. О, нет. Моя жизнь больше не будет, конечно. Не, у меня больше слов нет. Ай. Рак 88 уровня. Окей. Пыры-тыры-тыры-тыры-пыры-тыры-пыры-тыры-пыры-тыры-пыры-тыры-пыры. Вы издеваетесь, а? Змеи. Змеем бы еще разобраться. Горите в аду! Вон убит. Сиди на стрим. Что? Охолол. Ой, пардон. И опять за свое. Дерьмецо. Уф.
Как сражаться с призраками, блин. Блин! Слушайте, меня сейчас суп остынет. Пока я убиваю босса, я хотел сделать перерыв после того, как я его убью. Айон, убегай. Ну ок. Слипский меч. Да ну в лес. Я сегодня убью него, нет? Не, ну сегодня я его убью. Ну вот когда? А может и не. Бей духов фаерами. Только не теми, что разрываются. Легко сказать. Я знаю, что делать. Ну блин. Это сложно. Да ёпту. Не, у меня уже все. Сейчас мат полетит. Ё-моё! Смотри! О, сейчас я тупо сдохну. Мне пора хилиться, потому что иначе никак. Ой, пардон. Может, есть помощник, который духа будет бить? Давайте попробуем. Этого. Ой, он сдох от глаза. Пожалуйста. Еще давайте я за помощником буду следить. Я на идиота не похож. Ладно, восстановим его. Денег у меня навалом. Уж для восстановления духов это точно. О нет, пошло. Дело пошло. Ты гений. Ты гений. Ау. А мне это тоже память. Смотрим. Блин, как так-то? Твою же!
Ё-моё, народ. Я это сделал, народ. Награду я поем супчик. А через минуту к 15. А через минуту... Ага, прыгай в пропасть, чтобы наверняка. Ну, а через минуту 15. Локо-рока 2. Так что приходите. Да-да-да, плюс один. До встречи через минут 15-20.